Чистка печени, часть вторая. Я немножко почитал ваши там отзывы. Вот так вот мы чистим печень. И должен внести некоторые коррективы. Вот когда я встречался с Кларой Ивановной Дорониной, и мы как-то с ней побеседовали на тему чистки печени, она сказала, ну, вообще-то вы рекомендуете слишком какой-то быстрый способ чистки, и он, конечно, работает, но не так эффективно, как должно быть. Это меня насторожило. Начал для себя рассуждать. А тем более Клара Ивановна сказала, ты ж видела печень какая? Представляем себе печень, вот она перед нами, печеночка. Это такой орган, который напоминает своеобразный фильтр. Через него кровь так, может, как-то там проходит, очищаясь. И через этот фильтр не так-то просто, будем говорить, вот... А, лучше всего, смотрите, с чем можно сравнить. Особенно автомобилисты. Вот мы меняем воздушный фильтр. Посмотрели, вроде бы он... Ну, когда вынимаем, он так сверху какой-то серенький, можно было и дальше его использовать. Мы его начинаем выбивать. Сначала, конечно, много вываливается, а потом, будем говорить, мы выбиваем, а там еще пыли полным-полно. Вот нечто подобное происходит и с нашей печенью. Там разного рода всех этих веществ скапливается огромное количество. И для того, чтобы вот это все вывести, еще древние целители, когда они делали различные процедуры очищения, они уяснили себе такую вещь. Что должно быть перед чисткой печени, вообще перед чисткой, должно быть смягчение. Смягчение организма. В чем это заключается? Я это смягчение очень хорошо разобрал в своих книгах, особенно «Без очищения нет исцеления». Подробно вы можете это все там почитать, поэтому я отсылаю вас к ним. А кратко замечу, что наши ткани представляют собой холодец. Холодец, он должен иметь такую более-менее какую-то жиденькую консистенцию. То есть он должен вроде с одной стороны и, ну как в клетке, допустим, клетка, что собой представляет? Она собой как раз представляет такой, будем говорить, холодцеподобный такой сгусток, протоплазмы, так уж скажем, в котором имеется движение. И вот если этот холодец будет чрезмерно сжатым, то, естественно, там никаких процессов, которые там питательные вещества входят, другие там выходят в клетку, они будут на минимум, либо вообще их там не будет. Также не должно быть чрезмерно жидкого, потому что тогда потеряется структура клетки. Так точно и наш организм, он, и в частности печень, вот эти вот холодцеподобные структуры, они застывает и вбирает в себя разного рода шлаки, будем говорить. Так вот, для того, чтобы качественно произошло очищение печени и качественно произошло вообще очищение организма в целом, это во время других чисток, надо этот холодец разжижить, чтобы он стал отдавать вот эти разного рода шлаки. Чистка печени должна у нас напоминать следующее, как подметание комнаты. Мы с вами берем и веничком из всех углов аккуратненько пыль собираем там к серединке, подметаем ее к порогу комнаты, а потом берем совочек, эту пыль всю, которую мы собрали в комнате и переместили к порогу двери, мы берем совочек и выбрасываем. Так вот, смягчение – это подметание этой комнаты.
То есть мы ее подмели, а сама чистка, это вот как раз мы только носовочек ее так раз нагрузили, эту пыль и пшт, выбросили. И чем тщательнее мы с вами произведем смягчение организма, тем будет успешней у нас чистка. То есть чем лучше мы убрали в комнате, подмели там, чем больше пыли мы отовсюду вымыли и потом, соответственно, выбросили, тем чище у нас будет комната. Так вот, то же самое с печенью. И для этого, что делается? Первое, смотрите, это мы уже знаем, что из функции печени, что на образование желчи влияет питание. То есть питание в это время должно быть регулярным, чтобы не было застоя желчи, потому что любой застой желчи, она сгущается, она становится, ну, будем говорить, концентрированной, а нам это не надо. Значит, регулярное питание 3-4, а то 5 раз в течение дня. Не употреблять какую-то такую пищу, которая обладает своими такими природными клеевыми способностями. И тяжелую пищу, от которой образуется там много желчи. То есть постараться с белками животного происхождения, так сказать, немножечко сократить их. Ну, кто насколько отважится. Далее, значит, в хлеб также поменьше, лучше там кашки, овощи. То есть сейчас вот здесь пропорция овощей слабо тушеных, не сырых, слабо тушеных, свежевыжатых соков нормально пойдет, вот именно чаев, она должна быть побольше. Сало, сахара, то, что, будем говорить, делает вязкую желчь, то, что сушит организм, должно быть поменьше. И вот эти травы, которые Татьяна Бурева рекомендует, в первую очередь с душистыми такими свойствами, с душистыми разреживающими свойствами. Разреживающие свойства, это означает, что у нас холодец, если он такой плотненький, разреживающие свойства делают его таким вот мягеньким, делают его более текучим. Это очень важно понимать. И вот эти вот движения, которые имеются в душистых травах, в душистые травы обладают вот таким вот движением, это все способствует тому, что будет разжижать, и шлаки, которые у нас где-то там в организме застряли, где-то там они сконцентрировались там в районе там печени, где-то печень стала более, вернее, не печень, есть такое понятие, как уплотненная печень. Где-то печень уплотнилась, где-то у печени желчь, будем говорить, стала более плотная, менее там текучая. Вот все вот эти вот вещи начнут потихонечку, ну, будем говорить, растапливаться, делаться текучими. Это может способствовать и теплота, то есть лучше всего, конечно, влияет прогрев организма. Какой это прогрев? Лучше всего принимать ванну. Можно, конечно, душ принимать, но ванна будет действовать лучше всего. Там полежали. Можно ванну, если тяжело, применять сидячую. Если у вас ни то, ни другое, очень хорошо на область печени класть грелку. Какая там у вас грелка имеется? Кстати, я такое слышал, что печень, от слова печь, что там самая большая температура, которая наблюдается в организме. Вот, и вот эта вот как раз температура способствует тому, что что-то там отделяет, что-то разделяет, вырабатывает желчь, то есть разрушаются красные кровяные тельца, значит, железо там отлаживается, пигменты там используются или там не используются, и так далее, и тому подобное. Холестерин, там, билирубин, там, вот эти все пигменты эти, которые собой, пигменты эти собой напоминают воскоподобное вещество. И вот это воскоподобное вещество, оно с одной стороны склонно к тому, чтобы собираться в так называемые конгломераты, и во-вторых, именно вот в эти конгломераты
попадают разного рода частицы, которые должны выброситься из организма. И если это все довольно-таки долго там находится, то в конце концов из этого конгломерата, уплотняясь и уплотняясь, образуются разного рода камушки. Кстати, вы когда будете чистить, вы увидите, значит, старые они имеют такую коричневую, грязную какую-то, коричневый цвет, такие небольшие. Значит, свеженькие, там, билирубиновые, биливердиновые, холестериновые, они будут иметь в такой зелененький цвет, такой цвет свежей зелени, знаете, вот, изумрудно-зеленый цвет такой интересный. И когда будут выходить, и будут даже напоминать собой слепочки желчных протоков, вот как они там остались, так сказать, образовались, и желчь идет как-то там по стеночкам как-то, а возможно и обходит все эти уже протоки, которые залипли, закоксовались вот этими вот холестерином и прочими там пигментами. Подведем итог краткий, что в чистке печени это важно, предварительная подготовка, поэтому на предварительную подготовку обратить особо большое внимание. Вдобавок у большинства людей выходит еще какая-то такая муть, которая может собой напоминать водоросли бурые, водоросли зеленые, какую-то слизь. И вдобавок еще выходить, вот я все слышал, но как-то недопонимал. Еще древние целители говорили, и старая желчь, то есть там образуется и застаивается старая желчь, она будет напоминать собою деготь. Вы это можете увидеть. Плюс, когда мы поменяем вот эти вот все травы, разжижающие, они же обладают бактерицидными противогрибковыми свойствами. И вот та микрофлора болезнетворная, которая живет в этой области, она очень любит печень, потому что тут полным-полно, будем говорить, питательных веществ. Это самое-самое хлебное место. 12-перстная кишка и, будем говорить, тонкий кишечник и печень. Это то, что надо. Вот там живет куча паразитов. И вот эти вот травы, они также будут способствовать тому, что начнут всю эту, так сказать, заразу убивать. И она уже у вас будет выводиться даже до чистки печени в некоторых случаях. То есть прекрасная вещь, которая действует. То есть вы поняли, для чего еще применяются травы. То есть многогранное действие. С одной стороны, эти травы, вот это семена душистые, укропа, фенхеля, там что там еще, чабреца и тмина, они как раз и обладают вот этими свойствами разжижать, растворять и плюс убивать все лишнее, что там имеется. А вот другие травы, там будут сено, ревень и так далее, а эти травы нужны для того, чтобы обеспечить во время чистки печени мощную перистальтику. То есть сама чистка печени означает собой, конечный вариант, когда мы берем на совочек и выбрасываем мусор, мощное прослабление. Чем оно мощнее, тем лучше очищается печень и желчные протоки. То есть это все равно, что половодье в реке маленькое, но оно там какие-то коряги лежат на дне, она их и не затронет. Средненькое, оно уже хорошо там почистит берега, почистит там русло. А вот большое, оно там вымоет все. Так нам надо создать вот это большое своеобразное наводнение, которое будет действовать. Используются вот те травы, значит, там, но не где-то на последнем этапе используется сено, ревень,
которые стимулируют перистальтику, которые стимулируют опорожнение и движение энергии вниз. То есть вещества рвотные, есть вещества слабительные. Это важно понимать. Так вот это вот больше слабительные вещества, которые направляют энергетику вниз, и нам ее надо. И побольше этой энергии, и направить ее надо туда, вниз, целенаправленно, чтобы очиститься. И теперь разберем биоритмологические моменты. Когда лучше всего чистить печень? И мы с вами сейчас, вот сегодня 5 февраля, знаем, что с 5 февраля еще 72 дня приплюсовываем. Это активная функция печени, желчного пузыря. Значит, хорошо сейчас заниматься ею. Ну, и еще существует лунный цикл, согласно которому энергетика у нас идет, как бы сказать, активируется голова, и потом она пошла, и, грубо говоря, где-то там к ступням ног, то есть, так бы, как сказать, прогулялась, так раз, а потом опять с головы. Печень у нас расположена в середине тела, поэтому где-то у нас, смотрите, если мы так примерно прикинем, лунный месяц, грубо говоря, возьмем 30 дней, хотя там 30 день этот, когда бывает, когда не бывает, ну, возьмем 30 дней для легкости счета и наглядности, то, значит, середина тела, это будет как раз, смотрите, это будет 15-е лунные сутки. Что происходит 15-е лунные сутки? 15-е лунные сутки наблюдается еще одни из самых больших приливов и отливов. С 11-х лунных суток до 14-х. Почему 15-е лунные сутки нежелательно использовать, хотя можно? Да потому что слишком большое оказывается действие, это приливное, и оно само по себе вызывает некое воздействие на организм человека. Поэтому вот этот 15-й день можно не брать, а, допустим, с 10 по 14 вот это запланировать чистку печени. И далее у нас наиболее благоприятное время будет перед новолунием. Примерно это будет 26-й, 27-й, 28-й, ну даже так, 25-й, с 25 по 29 лунные сутки. Я лично вот, знаете, раз решил, тянуть не буду. Сейчас я собираю травы и, грубо говоря, сегодня 5-е, значит, чистку печени я примерно планирую с 15 по 20 февраля. Можно сделать ее раньше, можно сделать ее позже. И вот разные люди, я ваше мнение все это, так сказать, для себя уяснил, они говорят, да, хорошо с орбитом и шиповником чистить. Но здесь не получается, с орбит идет как легкое такое слабительное, там шиповник там что-то там свое немножечко делает. Здесь нету чистки, вернее, смягчения печени. Нету смягчения организма. Поэтому да, вроде как чистка там удается, вроде что-то там получается, но то, что произойдет с предварительной подготовкой, которая называется смягчением организма, будет несравнимо. Далее, если просто почиститься, значит, вот маслом, лимонным соком, как я там в свое время первые чистки я сделал так. Да, естественно, будет эффект, но опять-таки против предварительной подготовки это менее эффективно, чем должно быть на самом деле. И поэтому я вам говорю лучший вариант, ну, по какому я думаю чистить. И по какому я делал там последние чистки печени. Чем больше факторов вы учтете, тем лучше у вас будет чистка печени. Тем меньше понадобится масла или лимонного сока для того, чтобы вызвать вот этот очистительный эффект. То есть, когда я делал первые чистки, был, так сказать, помоложе, я где-то чуть ли не 300 грамм масла выпил, столько же лимонного сока, чтобы вот так, грубо говоря, там меня прославило. Когда я делал вот эту чисточку с травками, с предварительной подготовкой,
У меня где-то ушло грамм 100, максимум 150 масла, потому что масло пить... Вот первый раз было интересно, как там, что там, все это там такое, выпил. А потом, ну это противно, не можно, но она не лезет, ты его там запихиваешь и так далее. Поэтому, грубо говоря, где-то вот лично для меня примерно 100, максимум 150 грамм масла прекрасно вызвало вот этот вот эффект. Важно учитывать еще такую вещь. Вот я был молодым. Я ее сделал где-то в 83-84 году. Это мне было 30 лет. Да? 54-й, 84-й, да. 30 лет это было. То есть 30-летний человек. И сейчас мне 65, в два с небольшим раза больше. Жизненная сила у меня уже не та, что была тогда. Каждый человек, вот еще будем говорить, он должен понимать, что вообще-то любая очистительная процедура, вообще-то и, если так по большому счету взять, и операция там в медицине, предполагает восстановительный период, предполагает, что вы справитесь с этой процедурой, то есть у вас будет достаточно сил. Поэтому важно прикинуть. Вроде бы она не такая уж страшная, она не такая уж, как бы сказать, как я сейчас говорю, но тем не менее, те люди, которые делали ее первый раз, отмечают очень сильное воздействие. Мутит, тяжело, то есть организм направляет вот эти вот силы на то, чтобы все это выбросить из себя. Поэтому прикиньте, справитесь ли вы с этой процедурой. То есть, я не зря сказал, вот, существуют мягкие чистки печени, существуют жесткие чистки печени. Это, да, такой довольно-таки жесткий вариант. Тем более, некоторые спрашивают, а вот если там камушки имеются, если еще что-то имеется, если какие-то отклонения в здоровье. Вы опять-таки заходите в мою библиотеку, находите, без очищения нет исцеления, либо другие, там самолечебник 21 века. И посмотрите, там приведены разного рода мягкие варианты очищения печени. И лучше задействуйте их. Они могут быть более растянутые во времени, но также будут работать хорошо, как и вот это просто на все это наглядно, так сказать, с вас все это вывернется. Вот, и поделать лучше их. Это уже каждый человек должен решить индивидуально. Вдобавок, что я еще хочу сказать. Конечно, наш организм обладает своей собственной системой очищения. В том числе очищения и печени. Но, как показывает практика, в результате вот, современной жизни не происходит того полноценного очищение, которое бы должно было бы быть. То есть в течение естественной жизни. И это не значит, что надо, грубо говоря, там, регулярно там, чистить печень. Это особенно хорошо сделать, если у вас есть какие-то недомогания. Теперь до 15-20 числа и сравним, расскажем свои результаты, что, что и как. А сейчас замерьте свое артериальное давление, как вы себя чувствуете, самочувствие. И потом, после чистки печени, примерно через неделю, сравните, что было и что стало. Понравился канал? Чувствуешь пользу? Звони в колокола! Ставь лайки!